Многие публичные мероприятия на фоне последних событий отменят. Речь о выставках, посещении учреждений закрытого типа. Под вопросом даже закрытие фестиваля «Мурцишор». Окончательное решение будет принято утром во вторник. Чиновники просят людей по возможности больше времени проводить дома, не посещать места большого скопления народа. При первых признаках болезни оставаться в изоляции. Чиновники подчеркнули, что массовые мероприятия являются наиболее опасными для распространения острых респираторных инфекций, число которых также входит коронавирус нового типа. Таким образом, людям настоятельно рекомендуется оставаться дома, особенно если у них есть симптомы простуды, гриппа или вируса. Фестиваль Мурцишор – это евент традиционный. Люди, которые интенсионируются, идут туда и манифестируют клинику. De virus de respiratorii acute este recomandat și este rugămintea autorităților să rămână acasă, să rateze într-un fel acest eveniment, este postul mare. Concetățenii noștri merg masiv la biserici și aici iar din nou trebuie să avem o discuție amiabilă, colegială, să nu mergem cu orice preț. Haideți să... Министерство образования объявило, что отменит концерты в рамках фестиваля «Мурцишор». Более того, все мероприятия в учебных заведениях были запрещены, а доступ в школы и детские сады ограничен. Мы уже de câteva săptămâni am interzis deplasarea organizată a profesorilor și copiilor în afara Republicii Moldova. Este o rugăminte aparte față de părinți. Copiii căror manifeste semne clinice de viroză respiratorie acut, compatibilă cu gripa, compatibilă și cu infecția cauzată de nou tip de coronavirus, să autoizoleze copilul la domiciliu, să nu-l ducă la instituția pentru educație, să evite iarăși de nou manifestările publice cu aglomerații de oameni, să solicite asistența medicală primară la domiciliu. Ei trebuie să fie sub supraveghere mai mult, în atenția părinților la domiciliu. Și asta este vital important, că altfel nu are rost să prelungim vacanța. Populația pur și simplu este obligată să ajute autorităților. А Министерство обороны запретило доступ посетителей в части национальной армии. Решение было принято в связи с сезонным увеличением числа острых респираторных инфекций, а также в связи с выявлением первого случая коронавирусной инфекции нового типа в Республике Молдова. В целях предотвращения появления вируса нового типа COVID-19 специалисты медицинских подразделений Нацармии проводят информационные сессии для военнослужащих всех гарнизонов. Am interzis vizitarea unităților militare a părinților și civililor, de aceea folosindu-ne ocazie să aduc la cunoștință că în unitățile militare părinții se abțină de a vizita, fiindcă este interzis. Между тем, и Министерство сельского хозяйства запретило проведение весеннего выпуска крупнейшей выставки, посвященной агропромышленному сектору «Молдагротек-2020». Решение было принято в рамках рабочей группы, ответственной за организацию мероприятия. Министр Ион Пержу принес извинения более чем 100 компаниям из 9 стран, которые уже подтвердили свое участие в выставке, запланированной на 11-14 марта.